Когда мы говорим о молодежи, даже больше о подростках в какой-то момент, да, у нас много каких-то глубинных вопросов, я бы не побоюсь этого слова, проблем. И первое дело, которое, когда мы начали активно вот использовать хэштег «Елдим Балдарым», скажем так, люди начали говорить, ну да, для того, чтобы решить этот вопрос, нам нужна помощь психолога. Типа у нас у всех какие-то такие, знаете, детские травмы, потому что «Елдим Балдары югурушту, а сен жүрөсүн». Элдин балдары үйлөнүштү, а сен жүрөсүң. Элдин балдары мектепте кызылга бүттү, а сен жүрөсүң. Элдин балдары вообще элдин балдары просто нормальный балдар, а сен мындай, да? Вот как бы и у всех у нас есть какие-то небольшие вопросы к этому. И мы долго сидели и думали, что делать. Ну и решили, что да, нужно звать психолога. Нужно звать психолога, чтобы психолог как бы нам, всем нам опытом помог. Позвольте представить нам следующего спикера. «Как обуздать родителей» рассказывает нам психолог Диана Пахилько. У кого есть проблемы с родителями? С одной стороны, это нормально, потому как наличие проблем – это значит, что мы находимся в живых отношениях. То есть мы не одиноки, и кто-то есть рядом, близкий ли человек, более дальний ли человек, но тот, которого все-таки я чувствую очень сопричастным мне. Тема была очень интересная, то есть как обуздать родителя. Ну, с одной стороны, понятия не имею, вот, потому что слово «обуздать» это предполагает, как будто есть один человек живой, такой самостоятельный, а другой находится в очень подчиняемой роли. Да? То есть буквально я его беру, там, не знаю, ставлю на четвереньки, одеваю узду, и все. И дальше он слушается моих ли приказаний, он осуществляет то, что я хочу, исполняет мои желания. Ну, возможно ли такое в реальной жизни? Наверное, нет. И тем не менее,
Большинство моих клиентов, неважно, приходит ли молодой взрослеющий человек или его родитель, очень часто приходит именно с этим вопросом. Как мне ключевое слово, обуздать его? То есть или приводит несчастное чадо, которое совершенно выбилось из родительских, как сказать, крепких лап и не подчиняется более далее никаким уговорам. Поэтому слово «обуздать» действительно звучит очень часто. Я стала на эту тему думать, и я сразу скажу, я не являюсь там идеальным родителем, у меня была масса ошибок, но родительство – это тоже процесс, и взросление – это тоже процесс. Поэтому давайте все-таки попробуем остановиться на некоторых моментах. Вот представляете, когда вы появились, вы действительно этого не выбирали. Я тоже не выбирала, где и когда родиться. Мы не выбираем семью, мы появляемся где-то. Потом мы растем, и эти люди действительно самые-самые-самые близкие. Для родителя то же самое. То есть я что-то произвела, так сказать, в этот мир такое, чего раньше не делала. Ну вот буквально как часть меня. Я рассматриваю своего ребенка как продолжение своего тела. Неважно, это только родившийся ребенок или постепенно он взрослеющий, но развитие оно устроено таким образом, что через какое-то время ребенок начинает отделяться, начинает ползать, начинает ходить, начинает не слушаться. И для родителей одно из очень тяжелых испытаний – это кризис 3 лет, да, когда там ребенок стучит ножками, не соглашается, вопит. То есть показывает все прелести над того, на что он способен. Потому что он в этот момент начинает осознавать, что я – это я, а ты – это ты. Вот. Но это своеобразная тренировка подросткового кризиса. Потом дальше идет смягчение, ребенок идет в школу, и мы можем говорить ему, сделай вот это, или иди в музыкальную школу. И он, в принципе, идет, ну или так ворчит, но все равно идет, там вынеси мусор. Да, иногда мы даже считаем возможным там отвесить ему какой-то подзатыльник, хотя это не очень работает, но тем не менее. И вдруг мы обнаруживаем, что рядом с нами живет уже совсем другой человек. Он иногда больше нас, там, выше нас, шире нас. Иногда это происходит для большинства родителей настолько катастрофически, что они говорят, боже, еще вчера это была управляемая лялька. Ну, то есть вы представляете, если это было мое продолжение, а сейчас это продолжение, как только я ему говорю, ладно, пошли, оно фыркает и закрывает перед моим носом дверь. Что будет переживать родитель? Что? Да, то есть... Представляете, да, вот достаточно серьезные, очень сильные чувства, обида, разочарование, какое-то такое вот, какое-то глубинное чувство, что вот меня бросили и предали, я тебя тут, можно сказать, вел столько лет, и начинается, да, там, не спал, не ел, не устроил свою жизнь, то есть мы начинаем перекладывать свои какие-то вещи, свои выборы на это неокрепшее дитя. Дитя продолжает дальше, и через какое-то время говорит, ой, слушай, мама, мне как-то вот твои вот эти вот советы, они уже вот тут. Ну, или говорит это еще в более жесткой форме. Что происходит с родителем? Нам становится еще страшнее, правда? Ведь это было то, что сложилось в нашей семье. Я знал, как с тобой разговаривать, я знал, как с тобой договариваться, ты знал, как со мной договариваться. А сейчас это больше не работает. Потому что это значит только одно, что вы, как подросток, или там, ваши дети, они достигли того возраста, когда все, мне нужно отделиться. 3 центральные задачи у этого периода – это отделиться, то есть мне нужно отойти, мне нужно просто выстроить определенную границу. Я отдельный, я – это я, вы – это вы. И эта фаза, она очень такая жесткая и болезненная, потому что отделяться мы начинаем во всем. Там кто-то красит ногти, ну, например, допустим, как я, да, меняем цвет и имеем полное право. А если это там 12-13-летний ребенок, зачастую родитель тоже в ужасе, откуда такие цвета. Он перестает, например, садиться за семейный ужин или предпочитает там смотреть какую-нибудь телепередачу, ну, обычно самую тупую, как считают все родители, потому что это не совпадает с нашим выбором. Ну и так далее. Носит ужасную одежду, отличается в том, что слушает какую-то музыку, которую, слава богу, можно закрыть дверь и слышать ее немножко меньше. Потому что если я ее буду слушать как родитель, я буду практически страдать. Только родители страдают, потому что ребенок зачастую не пускает в свой мир. Он готов пустить непонятных друзей, там, да, там, знакомых, чьих-то родителей, но не пускает тебя.
Поэтому зачастую все наши отношения, которые были такие иногда теплые, нежные, там, более дистантные, но они действительно становятся более проблематичными. Но эта фаза просто необходима, потому что если вы не отделитесь, то все остальное практически невозможно. Невозможно выбрать свое будущее, невозможно выбрать свою профессию, невозможно выбрать своего партнера, потому что если я целиком и полностью соединен с родителем, то я выберу то, что будет нужно моему родителю. Я не выберу то, что будет нужно мне. И сегодня много звучало, помните, про выбор карьеры, выбор дела. То есть это то, что я могу выбрать только вот отстранившись от всего и спросив себя, что я хочу делать, чем я хочу заниматься, что мне нравится. Это вторая фаза, которая просто тоже необходима. Я обнаруживаю, оказывается, да, я не только могу одеваться по-другому и выглядеть по-другому или нравиться, я могу понимать, что у меня есть чувства, у меня есть странные чувства вот к этому мальчику, который вчера меня, в общем-то, совершенно никак не касался, а сегодня я прям смотрю на него, и у меня вся душа плачет. Вот. Или я смотрю на эту девочку, которая тоже вчера, в общем-то, ходила с рыжими хвостиками, ничем особенным не выделялась, а сегодня я могу сидеть, и учитель алгебры куда-то пропадает. Это вот эта вторая фаза, которая действительно необходима. Отсюда идут все песни, поэзии, суицидальные попытки, кризисы. Они тоже часть, которая необходима для развития. И третья фаза – фаза интеграции, когда мы реинтегрируемся в семью, ну, насколько это возможно, и уже на взрослых условиях. То есть, поэтому я говорю, насколько это трудно, и родителю трудно, и ребенку трудно. Единственная возможность, ну, то есть, представляете, если, допустим, подросшее дитё пришло к царю и говорит: «Все, я готов, я вырос, у меня уже все хорошо, я созрел, давай, батюшка-царь, ты правил, у тебя есть все, теперь кицин». Обычно царь говорит: так не пойдет. Ну, это наиболее вежливый вариант. Вот. А ребенок, как он уже готов, я же действительно готов, и я подросток, я хочу твои резервы, я хочу твои ресурсы, я хочу не твое мнение по этому поводу, я хочу обладать тем, чем ты обладаешь. И тогда кризис продолжается. Но вот это самое трудное, как нам вот совсем не рассориться друг с другом, и как нам остаться в связи. Потому что мы действительно не выбираем друг друга, но мы остаемся связанными на всю жизнь. Вы заметили, что даже сегодня Карманбек, когда говорил, то есть определенные, например, ну, я думаю почему-то, что родительские голоса звучали там про живот, например, что нужно быть стройным. Звучали какие-то моменты, что вот если бы мой отец там узнал, что я решил стать фотографом, то, возможно, он бы это не одобрил. Да? Хотя, в общем-то, он состоявшийся мужчина. Но где-то там на плечике, или, как Илья говорила, есть критическая часть, которая все время с нами. К сожалению, родительские голоса продолжают звучать в нашей голове, ну и не всегда они такие доброжелательные, как хотелось бы. Так. В основном было бы замечательно, если бы мы росли все в гармоничных семьях, где уважают права человека, где мы можем иметь свое мнение. Ну, мы живем все в нормальном сообществе, поэтому в основном семьи дисгармоничные. То есть когда кто-то авторитарен, или мама, или папа, есть, то есть родительское мнение. И есть разные степени сплоченности. То есть есть семьи, где в принципе не вздохнуть, не выдохнуть без моего, да, там, центрального родительского мнения. Это семьи более трудные для отделения, потому что любое ваше желание, оно будет встречаться с противоречием, с конфликтом. Есть семьи, где мы более отдельные, например, отдельные настолько, что родители даже не знают вообще, где их ребенок находится. Я не говорю, что какой-то вариант идеальный. Все-таки речь больше про баланс. Если мы можем учитывать друг друга, если мы понимаем, что вот на том конце такой же человек с такими же желаниями, то тогда мы можем найти способы друг к другу приблизиться. Смешная штука. Я не буду на ней глубоко останавливаться, просто предлагаю вам слегка посмотреть. Это, в общем-то, исследования, которые проводили в Стэнфордском университете, про необходимые показатели и навыки нашей зрелости. То есть, если я претендую на зрелость, то, по сути, я должен уметь. Ну, и хорошо, если я умею разговаривать с незнакомцами, включая там врачей скорой помощи, банков и так далее, и так далее. Ну, то есть, просмотрите, и, может быть, да, по возрасту вы чувствуете себя уже взрослым,
Я, например, когда об этом подумала, думаю, господи, слава богу, наверное, только недавно я уже могу соответствовать этой зрелости. А так зачастую мы, как родители, мы не готовим своего ребенка. Мы делаем все, чтобы он уже как-то вот сначала слушался, потом раз и закончил слушаться, но уже стал взрослым и самостоятельным. Ну и уже как-то устроился. То есть мы говорим, не разговаривай с незнакомцами, а вот исполнится 18 лет и разговаривай. Только как этому научиться и в какой промежуток времени, никто не обсуждает. Маленькая инструкция. Я не люблю говорить о правилах, да, но тем не менее, я думаю, что центральная часть, которая может помочь нам перейти этот кризис, ну, без травмы друг для друга, это все-таки правила принятия. То есть я разрешаю себе иметь права, я разрешаю тебе иметь права. И мы, как два человека, когда каждый из нас понимает, что другой хочет и что я хочу, там мы в каком-то месте можем встретиться и договариваться. Без договоренности вряд ли что-то сработает. Не потому, что кто-то хуже или кто-то лучше, но ни ребенок не согласится, он уже вырос, ни родитель не согласится просто так отдать власть, правда? Поэтому и выстраиваются отношения. Иногда со сложностями, иногда с трудностями. Ох, господи, прошу прощения. Вот чему мне надо учиться, это научиться у моего ребенка управлять всяческим техническим моментом. Я не знаю, чего бы хотелось каждому. Я знаю точно, что каждый из нас уникальный, и то, как складываются отношения в вашей семье, вот так, точно такого же не будет. Мне очень жаль, что пока в школах уроки психологии, они носят такой больше ознакомительный характер и вряд ли помогают нам овладеть реальными навыками. Я знаю, что поход к психологу для большинства из нас тоже довольно труден, но тем не менее важно разрешать себе просить о помощи, когда она мне нужна. Я думаю, что сегодня вы очень много слов слышали, как по-разному мы справляемся с трудностями, как по-разному мы выбираем свою жизнь. Вот этот возраст, молодой возраст, он, наверное, самый-самый лучший. Чем больше возможностей мы себе предоставляем, чем больше проб мы себе разрешаем, с желанием, в принципе, конечно, быть успешным, но с разрешением иметь определенный риск и поддержать себя, даже если что-то не получится. Я думаю, что это самое важное научение, которое возможно в этом возрасте. Потому что в 40, в 50, в 60 пробовать значительно сложнее, потому что так много уже всяких связей. У вас для этого есть все возможности. Любите себя и пробуйте. Когда-нибудь, да, вы посмотрите, как это трудно, наверное, уже вот с такой своей колокольни, когда такой же подросший малыш будет говорить: «Ой, мама, все, иди». Но тем не менее мы начинаем понимать своих родителей, наверное, уже тогда, когда немножко поздно приходить и говорить: «Мам, ты знаешь, я вот тогда была не права». Но в принципе хочется, чтобы мы сохранили важное – любовь, связь, как бы это так банально ни звучало, уважение. Уважение к друг другу, и тогда вы сможете передать это своим детям. А так, удачи, все проблемы решаемы.